Привет! На канале Домашние Веселушки. Доброе утро! Я иду на съемку. Буду снимать, как встает солнце, как отодвигается туман и как наступает новый день. Вот такая красота здесь, вам сейчас покажу. Если вам интересно смотреть нас, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Все покрыто дымкой. Видите, какой туман? Его видно даже в камеру. Хочу заснять лодочный пирс. Ой, не с той стороны я зашла. А нет, можно перейти вот тут. Ой. Вон, посмотрите, какой клевер. Настоящий клевер, красота, да? Кстати, я иду сейчас на тот пирс, с которого мы позавчера катались на катамаранах с детьми. Здесь еще есть услуга прогулки на моторных лодках. Экскурсия по водохранилищу и можно лодочку взять на прокат. Такие дела. С маленькими детьми, сразу говорю, аккуратнее. Вот тут такие дыры с водой. Пирсы тоже шаткие довольно-таки. Так что будьте осторожны. Вода, смотрите, какая вода. Смотрите, какая вода! Какая прелесть! Давайте дойдем вместе со мной до края этого пирса. Эта штука очень шаткая. На любителя, скажем так. На любителя острых водных ощущений. Вот какой вид, смотрите. Любуйтесь. Как будто даже в духе Айвазовского или Куинджи. Яхты, 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 катера, катера. Там внизу сейчас мы смотрим на течение вниз. Павловская ГЭС. И скалы на другой стороне реки. Я не знаю, может быть, нам так повезло, но нас все время спрашивали: ой, а вот что здесь, а вам убрать, а вам подать, а вам помочь. То есть просишь о чем-то в ресторане, в кафе, сразу бегут, делают. То есть здесь все для людей. Вот это мне очень понравилось. То есть здесь нет какого-то наплевательского отношения, как бывает в других турбазах. Здесь уровень они держат. Вообще просто сюда приехать. Кстати, я узнала про эти домики. Здесь такие же номера, как и везде. Ну, честно говоря, в корпусе в главном мне понравилось гораздо больше. Мы посмотрели, вроде как будто бы лучше. Но на вкус и цвет товарищи нет. Кому нравятся домики, тем более это гораздо ближе к воде, чем корпус. И кто не любит далеко ходить, идеальное решение. Вот здесь три таких домика. Вчера мы просто не смогли вытащить дочь с детской площадки. Здесь такая площадка отличная, с цветочками, с батутом, с канатом. И мы ее тащили, она от нас убегала. Двухлетний ребенок. Ну вот это просто чудо. А еще большой плюс для детей, что мне очень понравилось, что здесь все просматривается. Встал в какой-то конкретный угол и уже видишь примерно, где твой ребенок. То есть закрытых мест практически нет. Я считаю это большим плюсом. А территория здесь как у небольшого трехзвездочного отеля. Есть все, есть место для всего. Единственный минус – парковка, которая слабенькая, и машину уже пускают ближе к корпусу. А в остальном все просто прекрасно. А теперь я иду в номер. Пришли в наш номер, нам обувь все выставили, все прибрали. Номер простенький, но ничего. Кровати, окошко с видом на гору,
детскую кроватку мы взяли в аренду. Ну, так неплохо. Честно говоря, мы довольны. Это место в рекламе не нуждается. Здесь всегда хорошо, в любую погоду. Снег, дождь, холод, жару. Все мы в детстве приезжали сюда с родителями. Мы очень хотели сюда попасть и скучали. Поэтому я обязательно всем рекомендую посетить какую-либо турбазу здесь. Сейчас начинается горячий сезон. С сегодняшнего дня обещают жару, но мы, к сожалению, отсюда уезжаем. Уезжаем в другое место, где тоже будет очень интересно. Мы будем очень много снимать. И, пожалуйста, следуйте за нашими домашними веселушками. Мы вас очень любим и ждем. Ждем, что вы будете смотреть наши видео. Всего вам доброго. До свидания. Да, несомненно.